находитесь на канале сайта kupikupi.by. Здесь мы распаковываем посылки. В данном случае мы будем распаковывать вот эту вещицу. Она меня заинтересовала крайне, так как это с первого взгляда, я могу сказать, что это бутылочка для воды. Очень актуально, так как всем известно, что человек должен употреблять около 2 литров воды в день. Поэтому такую бутылочку иметь с собой и наполнять периодически очень полезно. Класс, она очень симпатичная. Сделана из пластика, она имеет вид такой вот стеклянной бутылочки. Очень классный, качественный алюминий. Вот так она заполняется. И имеется даже вот такая вот сеточка. Скорее всего, для того, чтобы делать чай. Очень здоровская вещь. Очень нужная в хозяйстве. Супер. Также имеется вот такая ленточка. Можно подвязать спортсмены на велосипед. Здорово. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Пока.